something that unites millions of people from around the world and makes our mood, evokes emotions, passion, love, endless imagination. This art is perhaps the greatest and beautiful art in the mankind history. Welcome to Sound & Music with Roman Messer. Всем привет, добро пожаловать в радио-шоу Sound & Music, эпизод 443. Меня зовут Роман Мессер, вещаем наш выпуск из Санкт-Петербурга. Сегодня нас ждет специальный гостевой микс от диджея Тони Мэджика. Ну а начинаем же наш выпуск с Stereo Major Butterfly Galaxy в ремиксе на Sound & Progressive. Поехали. We'll be right back.
turn. If only time wasn't so crucial. If only we were of higher quality. Superior is far-fetched. How could we have been so foolish? Full of arrogance. Surely this gloomy day is a remembrance to show us how truly grand we are. Will you show us how truly grand we Слушайте радиошоу Swan The Music, эпизод 443. Меня зовут Роман Мессер. Вмещаем наш выпуск из Санкт-Петербурга. Прямо сейчас звучит новинка Swan The Progressive. Это Oversoul. Также в сегодняшнем выпуске вы услышите новинки от Twin View, Tiro Vision, Michael Mill и многих других. Ну а прямо сейчас пришло время представить нашего сегодняшнего гостя. Это Tony Magic. Привет, Антон. Ну, Антоха, давай, начинай, поехали. Thank you.
subject to revision.
for we know that a better way of life is now real for us. And we give love because it was given so freely to us. New frontiers are open to us as we learn how to love. Love can be the flow of life energy from one person to another. Love can be the flow of life energy from one person to another.
Вы слушаете радиошоу Swan The Music, эпизод 443. Меня зовут Роман Мессер, и прямо сейчас для вас играл наш специальный гость, диджей Тони Мэджик. Ну, привет, Антох. Расскажи, пожалуйста, что для нас играл сегодня? Чего я только не играл. В общем, я играл и сольные треки, и совместные треки, и ремиксы, и прогрессив, и аплифтинг, и вокал-транс, и даже псай-транс там в конце. И я даже хотел поиграть чиллаут, но он уже не влез, да, по хронометражу. Вот, так что, в принципе, была вот очень интересная работа наша совместная с Сергеем Салиховым. Передаю ему, кстати, привет, пользуясь случаем, да. Привет, Серега. Это «Тополиный пух». Еще вот одна была айдишка, тоже мы с ним написали, выйдет скоро на одном российском лейбле. Есть, кстати, в этом трек-листе очень особенный трек. Это трек, который я подарил своей жене на серебряную свадьбу. Он играл под номером 2. Прикольно. Слушай, а как вообще пришла в голову идея сделать ремикс на «Тополиный пух»? И будет ли официально выходить, или это просто неофициальный ремикс? Вообще идея, ну, просто стало очень жарко в Москве. Да-да, июль был не за горами. Кстати, такой прикол, что в Томске написана была эта песня, а в Томске «Тополиный пух» именно в июле начинается, и поэтому как бы там у них все нормально. У нас немножко это не сходится, потому что у нас в июне обычно, да, там в конце мая, в июне эта вся история происходит. Вот, но тем не менее, да, вот стало жарко, пришла такая идея, в общем, собрались, как-то сделали, получилось вроде бы неплохо. Пока что это бутлег, вот, мы попробуем, конечно, очистить права, как-то там через какой-нибудь лейбл это выпустить, но посмотрим, как пойдет. Так а сами авторы слышали эту песню, в смысле ремикс? Пока нет, это вообще вот, по сути, была премьера только буквально в субботу в «Лазерном домике», да, у нас, и вот сейчас я играю второй раз так публично, вот, поэтому я думаю, еще услышат. А расскажи, пожалуйста, что от тебя в ближайшее время ждать, какие новинки, треки, ремиксы, выступления, может быть, интересные? Ну, вообще, очень много сейчас идей, проектов в работе. У нас вот недавно совсем мы закончили удивительный коллаб, там целых два живых инструмента. Кстати, тоже, пользуясь случаем, передаю привет ребятам, коллаберам своим. Это тоже Сережа Салихов, он у нас делал как бы аранжировку, да, и сводил это все дело. Женя Диджой наиграла замечательную фортепианную партию, и Юля Виолин, она сыграла замечательную партию на скрипке. Мы это все соединили, как-то вот договорились, через тернии к звездам прорвались. Вот, так что будет такой интересный совместный проект в ближайшее время выйдет. Ну и у меня тоже там как бы план, вот план график, так сказать, релизов забит уже почти до конца года, так что будет много новой музыки. А расскажи, пожалуйста, а как ты вообще начал увлекаться музыкой и почему ты выбрал именно транс-музыку? Это меня вот в детстве так угораздило. Ну как, я вообще в детстве ходил в музыкальную школу, по классу фортепиано я закончил. В принципе, у меня достаточно плохой слух музыкальный, как говорят люди. Вот. И поэтому тогда уже я, когда начал вот по молодости ходить на дискотеки, в 90-х еще это все происходило. И мне вот эта музыка просто больше всего понравилась. Мне кажется, самая красивая музыка на Земле, как многие тоже с вами согласны в этом. Вот, потому что она и танцевальная, и в то же время там всегда такая глубокая гармония, и красивые мелодии, и вот эти все переливы кислотные. Мне это очень все нравится, заходит. Вот, я наконец-то исполнил вот там буквально года три назад, я начал, погрузился прямо в это уже, так, как в коронавирус, кстати, как, наверное, многие тоже, да, нет худа без добра, как говорится, да, я вот сел как бы дома и установил себе FL-ку. И начал просто писать треки, вот, и постепенно вот дорос до того, что вот к тебе сюда даже попал. Спасибо, кстати, за приглашение. Слушай, ну круто, поздравляю тебя с классными релизами, не главное, не останавливайся, иди к своей мечте, и ждем тебя с новыми треками на Суанди и с гостями, конечно же, с классными миксами. Спасибо тебе огромное. Впереди вас ждут новинки от Майкл Миллоу, ну а прямо сейчас новый трек от Твин Ю. We'll be right back.
Вы слушаете радиошоу Sound Music, эпизод 443. Меня зовут Роман Мессер. Мы сейчас на шупуске из Санкт-Петербурга. Прямо сейчас звучит новая композиция от Майкл Миллоу и Лидия под названием Dance With Me. Трек выйдет на Suanda Dance. Также хочется поблагодарить сегодняшнего гостя, диджей Тони Мэджик, который представил классный гостевой микс. Но я же напоминаю о том, что мы вещаем на двух платформах, ВКонтакте и на Ютубе, каждый вторник. А я же прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока-пока-пока. Suanda Music. We Roman Messer.